Поддержка «Лезвие меча». Боец поддержки не только наносит удары, но и эффективно их отражает. У него самый большой запас здоровья и брони. Он должен привлекать все внимание противника к себе и не давать сопернику поднять головы. Поддержка не тот, кто убивает. Поддержка — это тот, кто не дает вести огонь по своим. Держит поле боя под контролем. Поддержку нельзя игнорировать.